Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и я приветствую вас в рубрике «Первый взгляд». Да, наконец-то, возможно, даже для многих из вас вы ждали, потому что я обещал, что на канале, конечно же, будет «Первый взгляд» на Бэтмена Архам Найта, на эту, ну, вроде как прекрасную игру от Warner Brothers. Но все-таки выходит она на канале с задержкой не просто так. Я думаю, многие из вас в курсе, что ПК-версия вышла очень глючная, нереально просто, без русского языка, без просто каких-то нормального перевода с консолей, то есть в смысле портирование было очень плохое. Так что я попробовал поиграть в эту игру именно на ПК и понял, что это просто нереально, это вообще невозможно делать, и выкладывать это на YouTube не стал. Теперь, когда у меня появилась сейчас возможность, предоставили мне все-таки вот эту возможность поиграть в эту игру на PlayStation 4, я, конечно же, даже ни капельки не сомневаясь, решил, что именно для PlayStation 4 эта игра, скорее всего, и создана нормально. Потому что на ПК в нее играть невозможно. Хотя, на самом деле, вот за некоторое последнее время уже многое было исправлено. И, естественно, все-таки и русский язык даже был добавлен, поэтому вроде как ПКшники теперь стали довольны, но прошла неделя для того, чтобы стать довольным. Вот, так что мы по традиции с вами, да, мы запишем несколько серий начала игры, и уже потом вы сделаете выводы об этой игрушке, которая должна быть, конечно, хорошей. Ну, старый добрый Фрэнк Синатор здесь вначале исполняет песню. Вроде как многие говорят, что за эту песню могут ататай сделать на Ютубе. Но, ребят, выключать музыку, ну, нет никакого смысла, потому что игра не так воспринимается. Тем более, такая великолепная песня. Я, если честно, не то чтобы сам уже это видел, эту заставку. Конечно, я ее видел. Просто я, в отличие, наверное, от многих ютуберов или летсплейщиков, которые делали вид: «О, кто это? Это Джокер, да, он улыбается. А он сейчас что, глаза откроет?» Ну, либо люди просто не смотрели E3, в отличие от меня, потому что я смотрел E3 все конференции, и даже не могу представить, как человек, который увлекается компьютерными играми, тем более работает вроде как на Ютубе, он может не смотреть E3. Но я видел E3, я видел заставку, я все знаю, и это я нажал кнопку, чтобы сжечь просто Джокера. Великолепная, на самом деле, заставка, очень в стиле Бэтмена сделана. Оп. И значочек Бэтмена. Ух ты, я субтитры-то я не включил. Как? Паузу. Паузу, пожалуйста. Ну ладно, я переведу, я там в курсе, что он говорит о том, что это он лично сжег Джокера. Ребята, а как? Ладно, походу только после заставки. I pressed the button and burnt the evil bastard myself. And then we waited. Ну, короче, они стали ждать нового наплыва злодеев на Готэм. Но это время не приходило, не наступало, и как-то ничего не случилось. И были, конечно, Бэтмен говорит о том, что я был удивлен, что этого не происходит. Но вот однажды, и мы смотрим уже заставочку, пока еще не геймплейную, хотя сейчас все перейдет в геймплей. То есть, ребят, ну для меня не удивление, что сейчас произойдет. Я думаю, если кто-то из вас не видел, обязательно смотрите. Очень интересное начало в этой игре. Thanks.
Спасибо. Нет проблем. Спасибо, дорогая. Что ты еще? Chicken salad with no chicken dressing. No, you know what? Make it waffles with a side of bacon. Don't tell my wife. Whatever you say, officer. Как скажете, офицер. Не рассказывай. Он попросил ее не рассказывать его жене о том, что он ест здесь. Ну или что он ест здесь. Как-то так. Вот я так понимаю, геймплей начался. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, officer. Я прошу прощения, офицер. There's a guy smoking over there. Там какой-то парень курит в углу. Wait here. I'll have a word. Хорошо, я разберусь. Ну да, надо подойти к какому-то парню, который в углу курит. Так, ну, теперь, да, теперь это начался геймплей. Так, давайте, наверное, зайдем все-таки. Вот этот звук с геймпада у меня идет. Параметры игры... или параметры звука. Субтитры, конечно же. Почему вы нам сразу не предложили включенные субтитры? Это мне вообще непонятно. Возобновить. Так, ну вроде теперь все должно работать. Давайте оглядимся. Ну, я не знаю, кто там о чем говорит, что ПК-версия лучше. Во-первых, на ПК-версии были там проблемы с кадрами. Больше 30 не выдавала картинка. Ну, посмотрите. Ух ты, нифига, привидение какое. Посмотрите, как красиво выглядит игра на PlayStation 4. Я не знаю, насколько YouTube это передаст, но мне кажется, что очень даже, очень даже. Ажиотаж, кстати, на эту игру просто... Ты кто такой, Эй, брат лысый. Ну ты что? Маску Бэтмена одел и сам с собой сидит разговаривает. Красавчик. Но это не он. Курит. Ну, короче, все очень красиво, привлекательно. Игра действительно великолепна. Понятно, что почему я не стал в нее играть все-таки на ПК, даже когда там вроде, если не обращать внимания на глюки, просто английский язык, ну, надо себе признаться, что ты не очень хорошо знаешь английский язык, и не делать так, как делают многие там, типа... Ну, просто молчит во время вот этих заставок, разговоров, диалогов. Ну, игра поставлена все-таки в большей степени на сюжете. А без сюжета, ну, в этого Бэтмена играть неинтересно. Поэтому вот прошлая часть меня не очень привлекла. Там, как мне показалось, был сюжет не совсем интересный. Ну и управление мне не понравилось. Так, ладно, поговорим с курильщиком, который значок анархии рисует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сука, что ж так резко-то, я вроде видел уже это. Ну, я думаю, вы многие поняли, что это пугало. Ну, я что-то подзабыл, что он так резко обернется в нашу сторону. Скотина такой. Так, поднимайся. Эх, нихера, ну что вы творите? Это, то есть, все его, это... Или это он такие глюки нагоняет? Так, пистолет, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну. О, стрелять можно. Стреляй, конечно. Сука, в кого? Ты урод. Блин, не попадаю. Вот, одного завалил. Да хорош. Ну, попади ты в него. Да, сука, патроны, что ли, кончились? Я не знаю, что делать. Ну, все. Ну, так, наверное, должно было произойти. Победить их всех было нереально. Сейчас были использованы лишь 100 грамм моего нового токсина. Завтра будет гораздо хуже. Нормально. Это первое и последнее предупреждение. Да, бедный Готэм. На него столько всего сваливается. Ну, естественно, паника. В автобусы народ стал ломиться. Да. Все печально. Следующий автобус. И школьные автобусы. Вот он, бас. Увозят. И взрослых в том числе. Потому что народу надо валить. Угроза сработала. Было больше 6 миллионов. Сегодня гораздо меньше. Ну и та же кафешка опечатана. Так, понеслись выстрелы.
Нормально, полицейского застрелили. На улицах остались только те, кто наслаждается хаосом. Ну, понятно. Пингвин, полиция Готэма. Отбросы. Этот половинчатый, блин. И еще кто похуже. Да, жесть. Готэм хоть и вымышленный город, но понятно, что он построен на аналоге Нью-Йорка. И все-таки представить такое в столице мира было бы очень печально. Им хватило суток, чтобы отнять у нас город. Сегодня Готэм замер в ожидании, он ждет своего спасителя. Ну конечно, где же Бэтмен? Вот он. Ох, какая музыка. Нет, вообще, вот последняя трилогия киношная Бэтмена, вот во мне лично вот это заново возобновило интерес к этому комиксному персонажу. Понятно, что особенно вторая часть Бэтмена, да, она просто, Темный рыцарь, которая называется, она просто великолепная, и хочется ее пересматривать и пересматривать. Так, ладно, у нас начался уже геймплей, причем за Бэтмена, за главного героя. Осмотримся сейчас. Второй части, еще раз напомню, мне показалось, не очень было хорошее управление. Так, нам надо вот туда, 553 метра. Ну, как-то надо планировать. Так, удерживаем X. Ух ты, а это было свободное падение. Представляете, как круто. Так, подожди, а я долечу вообще? Вот это я опустился слишком низко. Не-не-не-не-не-не-не. Ёб твою налево, Бэтмен. Так, как туда? R1, R1. Давай. Тихо. Заберись. Ну хорошо, мы хоть изучим, как еще тут можно подниматься, кроме полетов. Так, удерживай. Хорошо. Так, мы не на нужное еще место добрались. Куда нам? А, вот сюда. Так, удерживать разбег с прыжком с края и планирование. Нифига себе. Нет, туда не долетит. Сюда давайте спланируем, что ли. Немножко неправильно я начал. Насколько я понимаю, он бы... Он мог бы, Бэтмен, и долететь. Итак. Куда? Куда дальше? А, вот отметка. Все, вижу. Слушай, сюда же мы. Тихо. Бэтмен, зацепись. Да. Давай. По-моему, добрались уже. Или нет? А, вот сюда нам. Да. Ну, залазь. Все, добрались. Гордон, я так рад, что ты цел и невредим. Извини, мне пора идти. Береги себя, Барбара. Эффективно появляешься. Последний автобус пересек городскую черту час назад. Я так рад, что моя дочурка вовремя уехала. Теперь пора за работу. Есть сведения о пугале. Мы отслеживаем военные машины, мчутся по китайскому кварталу. Это все, что было известно. Но затем машину удалось ускользнуть, и у меня просто не хватает людей в городе из-за эвакуации. Если основа вступает, я этим займусь. Думаешь, пугал настолько безумен, что решит применить химическое оружие? Это уже случилось. Ночка будет долгая. Возможно, ранен полицейский. Я так понимаю, он ему дал связь. Эй, Бэтмен. Ну, естественно, Бэтмен уже, как всегда, в своем стиле исчез. Ну вот опять.
Так, у нас тут... я так понимаю... Отряда 2047. Уже работаю. Как там папа? Он держится. Там явно плохие дела. Так, персонаж, биография. Ну зачем она нам нужна? Хотя можно, конечно, посмотреть. А, это карта. Стоп. Не то. Ладно. 538. Полетели. Да, вот так будет поинтереснее. А, так, выше. Если отсюда парировать, то я думаю, мы прям четко туда прилетим. Нет, четко не прилетим. Так. Где наша точка? Стоп, потерял. Ребята, это... А, вот она под нами прям. Все, полетели. Ну теперь-то долетим. Ну теперь должны долететь. Главное крыльями не зацепиться. Ай! Ай! Блин, Бэтмен, ну я не собирался. Да нет, давай... Во-во-во-во-во-во. Так, чё такое, суки? Чё вы тут придумали, а? Хера себе. А, не-не-не-не-не, зачем ты от них? Зачем ты? Ну ладно, давай еще раз сверху на них. Прилетим прям. Чё, сука, хотел, а? Чё хотел? Кто чё против Бэтмена тут имеет? На-на. Хорош, хорош. О, боевка прикольная. Не знаю, мне кажется, наверное, не сильно она изменена, но почему-то мне сейчас нравится, как Бэтмен дерется вот со слоумо таким. Чё, сука? На. Всех? Ох, еще и добивание, вы глядьте. Все, ребята, все угомонились. Чё, плиз? Кто просил плиз? Кто плиз сказал? Так, как бежать? Так, ему нужна помощь. А, вот туда, в ту сторону. А, так он здесь среди этих валялся. А я что-то... Где ты? Кому нужна помощь, я не пойму. Бэтмен, помоги мне, он с той стороны, что ли? Я не понимаю. А, вот он. Ёпарасоте. Да никто тебя не собирается бросать. Так, это кто такие? Ху-ху-ху-ху, вовремя. Вовремя это все было. We don't stand a chance. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Evening the odds. Уравняем шансы. Уравнять шансы. L1. Но я думаю, многие из вас понимают, каким образом сейчас мы уравниваем шансы. Это... Ну да. Вот он. Знаменитый и самый прорекламированная, наверное, штука в этой игре. Это Бэтмобиль, который... Новейший. Мне нужно отследить военный автомобиль. Передает нам местоположение. Вот новейший Бэтмобиль, который супер крутыми функциями обладает. Их ни хера, и он гонит как. Ух ты, это вам не Drive Club, ребята, да? Так, как стрелять? Стрелять.
We need to stop the vehicle and interrogate the driver. Сука, как стрелять? Я ж могу по нему стрельнуть, правильно? О, вот прицел, прицел, прицел. А, пуск ракет. Ай-яй-яй-яй-яй, куда ты? Так, стоять, пуск ракет, кружочек, все правильно. Давай, 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 им надо просто в зону. Ох, как все разлетается вообще. Ой-ой-ой, хорош. Не надо по мне. Опять не туда, опять поехал. Бэтмен, опять ты не туда. 300 метров уже отпустил, да ладно. Где эта, сука, машина? Вон она. Все, сейчас. Сейчас, подожди. На! Ты, блин, виляешь ты так. Попал? Ни хера. Да что ж вы такие-то... Попади! Ты можешь в нее нормально попасть, ракета? Ну, наконец-то! Л1 выйти из автомобиля. Так, ну чё, суки? Чё, урод? Допросить. А, чё орёшь? Всё, жопа тебе. Где пугало? Чё? Это что такое? А это вот это, кстати, с, возможно, с химией с этой. Где он? Совсем нечего тебе сказать, Бэтмен. Переломаю тебе кости. В китайском квартале. Клянусь, больше ничего не знаю. Если ты соврал мне, я сломаю тебе вторую. Да, жесть, первый он. Жестко ему. Химический анализ. Проверь химический анализ. Это то, о чем я думаю? Новый токсин пугала. Чистый образец. Я подготовлю. Что ты будешь делать? Я нанесу визит пугала. Будем надеяться, дело двинется. Так, сесть в Бэтмобиль. Куда? Ага, стрелочки нам покажут, даже куда ехать. Великолепно. Ну что, пока мне все нравится. Так, это место. Стоять! Подождите. А, то есть из Бэтмобиля нужно выходить только на ходу, да? Остановить Бэтмобиль невозможно? Так. Китайский квартал. И куда нам? Диапазон, диапазон. Мы приехали, он сказал, вот это место. Зачем мне садиться в Бэтмобиль? Может, здесь какой-нибудь кафешечка? Тут вроде все закрыто, внутрь не попасть. Вы че, сука? Вы прибежали со мной драться, что ли? Да успокойтесь нахер. На, сучара. Так, ладно. Чему-то нас провоцируют наверх куда-нибудь. Не пойму, может быть, оттуда мы как-то что-то увидеть сможем. Ну что? Так, вот, 128 метров, вот куда нам надо.
body's torn off by some freak called Killer Croc. Really? Looks deliberate to me. 30 метров. Это куда? Вниз надо спуститься? А, вот сюда. Ага, решающий удар. Давай. Хорошо, хорошо, парни. Никто меня не видит. Прикольная штука у Бэтмена. Так, уклоняться, Л. Блин, как вас много, сука. А я со всеми справлюсь вообще. Ух ты, вот его надо, да-да-да-да-да. О, хорошо. Прикольно, прикольно. Так, жизни, жизни, жизни. Блин, классно. Классно Бэтмен дерется, но надо, конечно, подучиться немного, чтобы вообще все это четко делать, а не просто, как я сейчас, на все кнопки подряд жать. Блин, да что же я против вот этого удара не могу приема никакого найти. На, сука. Блин, размотал всех, ни хрена себе. Бэтмен, ты крут, реально. Ты реально крут. Так, вы кто? Ядовитый плющ, вот это интереснее. Сэр, это Бэтмен, он здесь. Ты хотел найти меня, Бэтмен. Вынужден тебя разочаровать. Посмотри на камеру. Я хочу, чтобы ты почувствовал страх. Послушай, мышка, мы сейчас отсюда тихонько выйдем. Будешь дергаться, вышибу ей мозги. Мимо. Только один из нас выберется из этой клетки. Чё случилось? На, сука. Она сама за себя постоять вообще может. Что может быть лучше естественного иммунитета? Ну это да. Это точно. Вот она. Ох ты, ну да. Фигура зачетная. Что ты здесь делаешь? Пугало запер тебя? No, hello. Даже. Давай, говорит, говори. А если я не хочу? Тогда я сожгу все растения в Готэме. Все началось со встречи. Какой встречи? Там были все, пингвин, двуликий, загадочный, даже бедняжка Харли. Он сказал, что у него есть план. Он предложил объединиться против тебя, а потом захватить Готэм. Только через мой труп. Я сказал, что мне не интересны эти глупые игры. В принципе, запер меня в этой комнате. Несчастью для него, это мерзкий яд на меня не действует. Природа всегда побеждает. Бэтмен. Он когда-нибудь это усвоит? Да. Злобная. Ну, как и все женщины, такая хитрая. Но Бэтмен тоже не прост. Ты пойдешь со мной. Стоит только попросить. Что-то не так? Так, опять эти... Эх, нихера себе. Это что-то пожестче. Танки какие-то приехали, ребята. Да хорош, а как я с ними буду справляться? Вперед, вперед. Мы загнали их, стоять. Подтверждаю, это Бэтмен. Он беспилотный. Так. Мне нужно вызвать Бэтмобиль. И чё? Так. Выбрать устройство Эром. Подождите.
чем я должен выбрать то устройство, я что-то не пойму. This is it, boys. What everyone's afraid of. Ну не понял, я вызвал или нет? Удерживаю вниз и выбираем устройство. А, вот так вот. Вот. Дистанционное управление Бэтмобилем. Отпустил, подтвердил выбор. И вот сейчас Бэтмобиль даст им по щам. Давай, родной, покажи, на что ты способен. Хера, у него пушечка. Хорош, хорош, хорош. Нормально. Batman, I've spotted six more unmanned tanks moving to Chinatown. They'll be there any second. Они вот-вот будут там, так. Удерживаем боевой режим. И что я должен сделать? Хера себе, это я должен сейчас буду по ним шмалять. А шмалять у нас как? Они подъедут ко мне или мне к ним надо? А, во. Так, подожди. Так, боевой режим. Не понимаю. А, стрелять R2. Все понял. Все. На, сука. Кто еще там? Ты что? Сдохни. Тебя не видел еще. Тебя нету. Да успокойтесь вы, хватит меня избивать. Блин, убили мой Бэтмобиль. Сука. Вот я и проиграл первый раз. Sorry, Batman. It's our city. Теперь наш город. А-а-а. Сейчас, подождите, я перезагружусь. Не будет ваш город. Нет никаких шансов. Есть шансы, не переживайте. Сейчас все будет нормально. Ну, долгие какие-то перезагрузки, если честно. Непривычно немного даже. Так, удерживаем еще раз L2. Боевой режим, где кто? Где эти машины? А, во. Сука. Сдохла? Что ж вас... Я ж тебя убил. Да я ж тебя убил, скотина ты. И тебя вроде убил. По два выстрела им надо, что ли, каждому? Все? Все? Или еще кто-то будет? Вроде больше никого. Так, а как на Бэтмена переключиться? А, вниз надо дистанционно... А, вот сюда подъехать. Нас просят. Это что такое? А, это садится. The master of understatement as ever. Нормально, это у нее такая типа клетка, да? Посадил ее. I need to know where those tanks are coming from. Откуда все эти танки? There are more on the way. Еще несколько на подходе. Mobile weapon diagnostics. It's time to go to war. Бэтмен выходит на тропу войны. Так, запустите диагностику системы, энергия оружия, рейнного режима.
А как ее запустить? Так, группу пилотных танков надо мне уничтожить. Сейчас, по-моему, будет очень сложно. Я понял, все, что связано с Бэтмобилем, тут вообще непросто. Драться полегче. О, нихера себе! Так, подожди. Подождите, парни, подождите. Я что-то не настраивался, что вы тут все так будете. И вас будет так много. Конечно, сдохни. И ты сдохни. Да ладно, сколько вас тут? Сколько вас, суки? Меня окружают. Не надо. Давай, Бэтмобиль. Тихо, уйди, траектория. Бляха-муха. Что творится? They will remember you, Master Bruce, I promise. Your sacrifice will not be in vain. Да, жестко. Так, ладно. Ладно, я думаю, сейчас со второго-то раза у нас получится. Пошли нахер. Будем уходить с зоны обстрела. Так, самое главное, чтобы нас не попадали. Все, теперь я понял эту систему. Накапливается наша штука только тогда, когда в нас не попадают. Суки, да сколько ж вас. Ой. Хорош. На, скотина. Так, набралось, по-моему. Есть захват. Ай. Не получилась вот эта штука, которой мы научились. Ну все, их не так уж и много на самом деле осталось. Сейчас их всех уже... Так, сами по себе уничтожим. Разобрался я. Теперь все полегче. Тихо. Вы сзади, что ли, суки? А, вон ты. Есть, понеслась. Так. Карта полиции. Плюща нам надо доставить. Где наши стрелочки? Нормально. Пару раз всего лишь надо было попробовать. И все эти машины... Танки были уничтожены. Какую пару, даже со второго раза я все сделал. Одного было достаточно. Так, свали нахер. Ты кто такой вообще? Это... Нас кто пытается тут остановить? Тихо. На нижнем уровне карцер находится. Я думал, нас атакуют. Как анализ токсина? Еще не завершен. Осталось совсем немного. Приходи в часовую башню, как освободишься. Кто научил тебя водить? Подколола такая.
Ага, мужики заглядели все. Scarecrow's gonna break you, Batman. Пугало разорвет тебя, Бэтмен. Why do you even bother with these meat sacks? Почему тебя вообще волнуют мешки с костями? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Ну да, на улице война, народу не хватает. Одним для поводом для беспокойства меньше. Ваша камера не занята. Oh, good. Another cell. Еще одна камера. Да, стерва еще та. Теперь тебе спокойнее, когда я под замком. С тюремной камеры меня вытащили Харли. Почему бы тебе не попробовать арестовать ее? Зачем ты тратишь время, помогая этим жалким созданиям, таким примитивным по сравнению с растениями? Ладно, то есть она ничего нам хорошего не скажет, мы ее как бы посадили и посадили. Давайте, наверное, на этом первую вот эту серию первого взгляда закончим, потому что вроде как все у нас более-менее стало получаться, и мы поэтому запишем еще, наверное, парочку серий, и уже тогда какой-то вывод определенный об этой игре сделаем. Но уже и так видно, что на приставках с игрой все в порядке, все нормально. Ну, а версии для ПК, как всегда, подвели нас, поэтому переходите все на консоли. Консоли, как мне кажется, все-таки интереснее. Пускай игры сюда дороже стоят. Ладно, все, на этом пока заканчиваю. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И до скорых встреч. Всем пока.